Перекричать юных пловцов мог только судейский свисток. Так страсти накалились сегодня в бассейне «Дельфин». За личное первенство борются спортсмены 2009 года рождения и младше. Это детская возрастная категория, младшие возраста, поэтому главная наша цель – выявление лучших спортсменов, присвоение разрядов и приобретение опыта соревнований. Несмотря на то, что дети младшего возраста, уже есть ребята с разрядами по уровню третьего спортивного разряда. Для участия в Тамбов приехали маленькие атлеты со всей области. И, извините за каламбур, наплыв на турнир огромный. Название лучших претендуют 185 пловцов. Соревнования проходят в течение 2 дней. Сегодня это комплексное плавание. То есть спортсмены преодолевают 100 метров 4 разными стилями. Кроль, вольный, брас и на спине. Завтра ту же дистанцию они будут преодолевать одним стилем на выбор. 9-летняя Саша мечтала заниматься плаванием, будучи еще совсем маленькой. И вот она в спорте уже 4 года. В стартовом заплыве девочка пришла первой. Ты уже участвовал в каких-то соревнованиях раньше? И какие у тебя успехи есть? У меня есть одно третье место и несколько вторых. Итоги подведут по окончании 2-го дня первенства. Именно тогда победители и призеры получат заработанные грамоты и медали. Дмитрий Сергеев, Николай Иванов, Ольга Кириллова, «Область новостей».